Ты являешься представителем нашей семьи и всего шведского народа. Если мы не можем защитить тебя от подобных происшествий, какой у нас выбор? Хеллерска приучит тебя к порядку и поможет найти подходящую компанию. Делай, что делают первокурсники и что говорят выпускники. Ты способен на большее! Вилли, давно не виделись. Вильгельм? Давайте же позаботимся о том, чтобы принц чувствовал себя здесь как дома. Добро пожаловать во дворец. Август, член семьи. Я пообещал, что позабочусь о Вилле. Братья однажды, братья навсегда. Фелис, современная аристократия. Почему ты так зациклена на нем? Он из королевской семьи. Мы, кажется, не знакомы. Я Вильгельм. А я Симон. Ты говорил, что никогда не сможешь подружиться с этими людьми. Ты здесь единственный, с кем я могу поговорить. Ты должен быть осторожен с теми, с кем общаешься. Обычные люди никогда не будут относиться к тебе как к своему. Что бы я ни делала, вечно все не так. Я не знаю, как себя вести и что чувствовать. Речь о моей семье! О нашей репутации! Каждый из нас всей душой предан монархии. Фирменная улыбка Хилли.